Берега реки Кубань под четким контролем. В рамках партийного проекта «Городская среда» единороссы поддержали инициативу краснодарцев благоустроить прибрежную территорию. Акция «Чистый берег» прошла на улице Береговой. Здесь партийцы провели субботник, очистив территорию от бытового и строительного мусора. Тем самым они подготовили площадку для дальнейших работ. Вскоре здесь появится зона отдыха, установят детскую площадку, оборудуют место для занятий спортом. В Краснодаре уделяется большое внимание парковым зонам. На территории муниципального образования город Краснодар будет создано 5 зон, 5 парков. И в том числе наша территория Первобереговая, я думаю, в ближайшее время будет преображена, будут отдыхать дети, взрослые. Благодаря партийному проекту преобразятся не только общественные места, но и придомовые территории. Краснодарцы уже нашли инвестора, который взялся за реализацию проекта на Береговой. Но на этом этапе требуется точка подключения к электроэнергии и доступ к воде, которые необходимы для того, чтобы работы начались. В этом вопросе согласилась оказать содействие администрация Западного округа.